пожала пером. Ну ладно. Ребятки, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на славную пиццу. Это двойная. А, это пепперони фреш, а вот это вот я забыла, к сожалению. Тут у меня. Тут у меня что-то карбонара, по-моему, я уже не помню. Вот такая штучка. Настя, давай сделаем заставку. Сырный цыпленок. Давай сделаем заставку. И коктейльчики. У меня шоколадный, а у дочи клубничный. Да, попробуем. Как вкусно. Угадай-ка. Что-то открыло-то его. Шоколадное мороженое. Пофигу. Попробуем. Это такой шоколадный, но... Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетитика. Кто ест с нами? Она мне заказала не это. Нет, это не карбонара. Я забыла, какая-то пицца. Какая-то штучка. Это не карбонара. Пицца это цыпленок. Нет, вот это вот макароны. Я говорю про пиццу. Ну, пицца, да. Только-только все подвезли. Какая у вас погода? У нас холодно. У нас сегодня целый день моросит, какая-то мерзопакость на улице вообще. Ребят, как у вас дела? Как настроение? Это тебе чесночные попросили? Да, для сырных корочек. Ой, для пиццы. Для сырных корочек. Это вкусняшка, наверное. Это очень... это вкусно. Мураши бросила. Как сырный цыпленок? Зацените мое новое кресло. Я теперь крутыш. Мое седалище, да. Стримовое, мукбангерское. А я что-то забываю вот в эту смотреть. Надо везде смотреть, да не забываю. А в основном, типа, ты что-то снимаешь? Пёрышко от телефона, от Самсунга. Я могу включать им видео, могу выключать видео. Я включила. Пальцем. Да. Боже, это вкусная пицца, сырная такая. Вот сюда клади. Ты что, крутыш? Да, видишь, я тут косички сделала. Из чего есть? Вообще из чего плести. Слушай, это такой коктейль. Растаявшее мороженое. Очень вкусный. Это чесночный соус, да, чтобы макать корочки от пиццы. Чувствую, сегодня мне хватит две штучки. А что-то вообще хавать хочу. А это еще толком проснуться не успела. Уже пиццу привезли. Вот каждый день это так. Проснуться от тебя... А пицца у нас была месяц назад, кстати. Хотя пиццу мы заказываем. Ребят, мы передаем всем огромнейший привет, кто просил нам его передать на стриме. Всем. Вот это очень вкусно. Сырный цыпленок, да? Очень вкусно. У нас лето все уже. Какая вкуснятина вообще. Возможно, у нас будет бабье лето осенью. Бабье лето у нас будет. Давно его не было. Разве в том году не было? Нет? Что-то карбонару не захотела, думаю, дай-ка я это попробую. Вот такую штучку. Знаешь, как в том году было? Как? Весь август до конца, до 31-го, был теплым. То есть я еще там в футболочках. Угу. Как только 1 сентября наступило, все, холода. Опять я забыла свои уши одеть.
А ты свои. Здесь не нужно уши. Их все равно не видно. Ни здесь, ни тут. А здесь будет видно. На ютубе будет видно. А тут нет. Смысл. Сколько много помидоров, а, мам? Запомни на будущее. Просто пепперони. Просто. Хорошо. Не фреш. Хорошо. Фреш, это типа освежающий, типа, да? Я не знаю, почему фреш. Какую пиццу предпочитаете, ребят? Пепперони. Ну, а сейчас и пепперони. Я люблю разнообразие пробовать. Между прочим, я 2 дня назад пробовала пиццу в ТЦшке. Ну, кусочек один. У нас? Угу. Бекон барбекю. Ну и как? Не зашла? Вообще нет. Не сочетается. Тебе трудно угодить. Да. Вот с этим мне никогда не трудно угодить. Уже все знают, что я люблю. Между прочим. Вот такой густой вообще. Растаявшее мороженое. У меня в этом. Клубничный. У меня не в клубничном, у меня в крышке. Я говорю, клубничный. Я уже говорила, что он клубничный. Какая ты вредная девка, а? Угу. Приятного аппетита. Спасибо, а и тебе. И что это значило вообще? Не знаю. Что за хрень? Чеддер и моцарелла. Что, даже этих не надо? Нам не дали салфетки. Дай розу вот эту. Нам не дали салфетки. Козлы. Да они никогда не дают салфетки. Только роллы дают. Сегодня у нас какое число? А сегодня понедельник? 28 августа. Б. Настя. Не делай так. Чего? Я не рыгала? Да? Да. Я... 28 августа. Я училке написала, она сказала, узнает точно и позвонит мне. А-а-а. Она же сама ничего не знает. Ну, скоро уже нам идти, блин. Скоро в школу. 1 сентября. Какой день? Пятница. Пятница. Потом суббота, на выходной сразу же. И будет как раз-таки аниме. Зато с понедельника новая неделя. Сорбет покажи в камеру. Это манговый какой-то сорбет. Тут получше камера. Она приближает, потому что. В тот раз ты брала клубничный. Манго-маракуйя. Манго-маракуйя, да. Тогда я брала гранатовый. Угу. Вроде. Да, ну, да. На что похож? По вкусу? Угу. Что, невкусно? А запах очень вкусный. Маракуйя, манго. Что, невкусный? Я думала, ну, тебе новенькая заказчик ты попробовала. Такое. Вкусненько. Ну, туда ешь. Такой насыщенный. Ну оставь, что ты мне под нос-то все суешь. Такой очень насыщенный вкус. Да чтоб ты не забыла. Будешь макарошку попробовать? А? Макарошку хочешь попробовать? Нет. Ну попробуй. Все. Ты даже корку не доела. Ты сколько съела? 2 кусочка, мало же. Потому что я только проснулась. Какой мне? Все что ли жрать? Ты должна проснуться и жрать хотеть. Просто жестко. Не, я понимаю, я телец. И тельцы любят пожрать. Но не до такой же степени. Да такой. Нет. Да. Нет. Надо потом расплести их, а то забуду. Поеду как лохматый. А, сейчас я покажу, что мне с Валберса пришло. Сейчас сниму. А. А твои перчатки еще не приехали. Волосы. Угу. А ты их тут заказывала? Когда, ну... Ну, когда приехали уже, да. Почему, когда ты перчатки заказала, мы были еще там...
А ты здесь закрыл, тебе быстро вышло. Угу. Смотря с какого сада идет. Ой, склада. Сада. Да. Смотря с какого сада. Ты выключаешь дзен. Окей. Ну все, ребят, спасибо, что покушали с нами. Пишите комменты, ставьте лайки. Всех обняли. Лайки ставим. Всем пока-пока.